концерт на Украине у меня получилось, в Судаке и в Коктебеле. Но это рядышком. Была Груша прекрасная в этом году. Около 20 выступлений на Грушинском фестивале. Потом было удивительное выступление электрического состава на бане-фесте. Там около... В общем, очень много бань сосредоточено было под Ногинском. И все занимались вот искусством парения. Кстати, абсолютно трезвый фестиваль. Вот, очень прикольный. Вот. В общем, там музыка не главная. Вот. Там были «Медвежий угол» и мы. Вот, собственно, в качестве музыкального сопровождения. Ну, ребята, которые приехали со всей страны, чтобы показать, как они умеют парень делать, это, конечно, было очень интересно. Так, ну ладно. Буду рассказывать по ходу пьесы. Дальше относительно новой песни. Называется она «Осенняя дорога». Вот на груши она первый раз прозвучала. Творится костер.